Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас с вами обзор покупок из магазина Fix Price. Сегодня в Fix Price я купила на 649 рублей вот такой список. Я вам, кстати, не список, а чек никогда так и не показывала. Сегодня у нас новый формат без меня. Будет сегодня так вот. Так, купила я такие детские салфетки. Уже берем их очень давно, мне очень нравится. Классно. На них, кстати, был обзор. 130 штук. 77 рублей. Так, купила я вот батарейки для всяких таких вот детских игрушек, которые... Ну, короче, выяснилось так, что не все игрушки принимают аккумуляторные батарейки. Вот, поэтому пришлось купить. Вот. Ну, закончилось там это так. Снова купил. Так, батарейки у нас 55. Вот такую штучку мне очень нравилась. На нее, кстати, уже был обзор, но в старой упаковке. Вот, теперь она в новой. Досмотрите до конца, и в конце мы с вами ее откроем и попробуем, какая она внутри стала. Вот как с вами в конце мини-обзор. Также купила фрутеллу, очень их люблю, прям вообще просто обожаю. Они, по-моему, даже в Fix Price гораздо дешевле, чем где-либо. Так, где они? 27 рублей с половиной. Вот. Также купила, появились детские трусики. Уже мы брали, мама моя брала для Димочки. Вот. Я решила домой купить побольше размером. Здесь 116 сантиметров рост. Вот, взяла побольше. Ну, блин, трусы они всегда нужны, согласитесь. Трусы всегда нужны. 122. Так, а здесь сколько? А, тут 116, тут 122. Но это вот побольше я взяла. Они стоили 55 рублей всего лишь. Представляете? Здесь сколько? Тоже 116, но это вот в ближайшее время носить. И здесь тоже 122. Найти довольно сложно большеватые. Маленьких, ну, тоже так вот. Ну, такие хорошенькие. Они такие мягенькие, хорошенькие. Да, 55. Вот, трусики. Так, купила вот такой вот лимонад. Я уже не первый раз его беру. Он мне безумно просто нравится. Прям вот обалденный. И тем более такая вот маленькая упаковка. Это очень удобно выпить. И все, чем полторушка, например. Вот, мне прям нравится. И, кстати, я недавно смотрела состав. У него состав... Классный состав. Вот смотрите. Подготовленная вода, сахар, регулятор кислотности, цитрат натрия, лимонный сок, краситель, сахарный колер, ароматизатор, кофеин, не более там, консервант, бизонит натрия и все. И дальше идет пищевая ценность. То есть, если вы посмотрите состав Кока-Колы, там будет просто уйма. Здесь вот, блин, мало написано. Он вкусный, реально вкусный. Мне очень нравится. Я пробовала Кока-Колу с лимончиком. Не то. Может быть, это если с лимонной кислотой. Короче, вкусно. Здесь 0,5, а даже 0,48. Стоит 27 рублей всего лишь. Блин, я прям не могу... Вот хочешь, если мне лимонад хочешь, я покупаю его, просто обожаю. Когда он холодненький, очень вкусный. Взяла 3 штуки, у меня опять были руки забитые. Хотела взять целую палетку, 6 штук. Думаю, если будет палетка, я палеткой возьму. Вот. И купила вот такие вот чипсы. Чипсы, кстати, постоянно, каждый раз они по одной пачке. Почему-то. Вот. В последнее время я уже покупаю просто обычные чипсы со вкусом соли. Просто с солью. Мне нравится. Чем с каким-то там либо вкусом. Не так много химии, я так думаю. А, состав. Картофель, растительное масло, соль. Все. То есть, ничего особенного. Так, если бы там был какой-нибудь со вкусом какого-нибудь краба, там было бы еще написано из-за краба. Заодно уж. Так, мюсли печеньки. Мне такие очень нравятся. Но последний раз, когда их брала, они были жестковатые, я помню. Это было немножко обидно. Сейчас мы с вами откроем. Посмотрим. Не знаю, почему у них сменилась упаковка. Мне очень странно. Она вышла, сменилась после моего обзора на них. Как будто бы они
увидели мой обзор и поменяли упаковку. Их 4 штуки здесь. А, в каждой еще по 2 штучки. Очень удобно, кстати, взять вот так вот, просто положить в сумочку, где-нибудь вы проголодались. Можете просто взять и покушать. Так, сейчас мы посмотрим, как мы выглядим. Обзоры свои я делаю для того, чтобы посмотреть, сравнить, насколько они выглядят внутри. Ну да, конечно, разница есть, причем, кстати, очень большая. Здесь, смотрите, она вон какая. А здесь даже видны вот они, зернышки, как ее называют, подсказывайте, пишите в комментарии, зернышки этой геркулеса. Вот, видите, геркулес. Это вот реальность. Вторая? Я думаю, вторая такая же. Я не думаю, что она это. Ну вот, все равно. Конечно, если вы будете делать дома сами, у вас будет вот как вот здесь вот. Здесь совершенно другое. Ну, кстати, пахнут они очень вкусно. Вот, буду пробовать. Тут лежит. Вот эту буду пробовать. Такая она как будто суховатая прямо. Опа. Она сухая. Она такая сильно сухая. Февраля она приехала. Я не знаю, почему она такая сухая. Она как сухарь практически. Вот такой у нас с вами был обзор. Небольшой, всего лишь на 600. Сколько там? 49, что ли, рублей. Такой. Я еще хотела взять шоколадку Бабаевская Люкс, но у меня просто не было рук. Я не взяла с собой корзинку, потому что я не думала, что я вообще наберу так много, не планировала все это взять. Я думала, я посмотрю, похожу там, ну, может быть, возьму вот эти обязательно. Думаю, может, возьму трусики, может быть, нет. Ну, и салфетки, конечно. Вот. А все остальное я как бы вообще... А, ну еще вот, да-да, за Фрутел я зашла. Еще холст хотела взять, но что-то не нашла. Как бы все. Вот, спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Фоны. И еще там много всего интересного другого. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока.